На территории Оленинского муниципального округа вблизи деревни Васьково сводный отряд специалистов-пиротехников из центра «Лидер» Ногинского и Тульского спасательного центра МЧС России проводят пиротехнические работы по обезвреживанию авиационных бомб и фугасов времен Великой Отечественной войны. Очистить запланировано 30 гектаров посевных площадей. Работы начались 1 июня. На территорию региона прибыло 15 специалистов-пиротехников и 4 единицы техники, в том числе специальная машина разминирования. Это танк-тральщик, предназначенный для обезвреживания установленных и замаскированных противопехотных или противотанковых мин взрывчатым веществом весом до 10 кг. Обезвреживание производится с помощью вращающихся цепей, которые, ударяясь о грунт, подрывают замаскированные в почве мины. Работы проводятся с применением ручной очистки, работает 8 пиротехнических расчетов и механизированной очистки. На сегодняшний день обнаружено 99 взрывоопасных предметов. Общая очищенная площадь составляет 5,5 гектаров. На территории Оленинского района Тверской области проходили ожесточенные бои, в результате чего на данной местности местными жителями обнаруживается большое количество взрывоопасных предметов. Эти взрывоопасные предметы, в свою очередь, несут большую угрозу для жизни и здоровья местного населения. Напомним, что специалисты группы приезжают на территорию Тверской области ежегодно и проделывают масштабную работу, тщательно исследуя участки земли.